Танкеры газовоза из Сабетты теперь сопровождает атомный ледокол 50 лет Победы. Буквально сегодня судно взяло под проводку из арктических вод танкер Борис Вилькицкий. Сопровождение ледокола Росатомфлота Вилькицкий проследует в западном направлении. Такое сопровождение сквозь арктические широты позволит более быстрому прохождению судов. Работа с газовозами становится привычной задачей, утверждают в Росатомфлоте. Ведь с декабря заходы танкеров газовозов в порт Сабетта стали регулярными.